Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василя Плеханова, я руководитель проекта CFO Cafe FinTech Stop, организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить актуальные тенденции в индустрии гражданства, за инвестиции и налогорезидентства. И мы пригласили побеседовать на эти злободневные темы прекрасных спикеров. Хочу их вам представить. Это Наталья Ван, руководитель по развитию в России компании CS Global Partners, Дмитрий Заполь, партнер компании IFS Consultants, и Инна Перелехова, руководитель семейного офиса О2 Consulting. Друзья, модерировать сегодняшнюю дискуссию будет Инна. Я ей сейчас передам с радостью слово. Друзья, а вас приглашаю активно участвовать в дискуссиях. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы нашим спикерам в чате прямо под онлайн-трансляцией. Давайте сделаем вместе так, чтобы сегодняшнее мероприятие было максимально полезным для нас, для всех. Друзья, желаю всем полезного мероприятия. Инна, передаю вам слово. Спасибо большое, Василя. Доброе утро всем. Как Василя меня представил, я являюсь руководителем Family Office, и мы с коллегами решили сделать такой уникальный формат сегодняшнего семинара, потому что мы в своей работе, как правило, сталкиваемся с комбинированием вопросов гражданства, ВНЖ, налоговых резидентств и того, как это отражается на структурах. И я рада, что сегодня мне удастся вместе с вами побеседовать с моими коллегами, невероятными специалистами в области как гражданства, Натальи, да, так и международного налогового структурирования, это Дмитрий, и из первых уст услышать все то, что зачастую мы получаем для наших клиентов, добываем с таким трудом, планируем, структурируем и прорабатываем. Итак, лишь чтобы озвучить коротко темы, которые мы сегодня будем затрагивать, я их перечислю. Во-первых, это мы поговорим об актуальных тенденциях гражданства, гражданствах Карибского бассейна в частности, какие у нас появились новые возможности во времена COVID, как он отразился на тенденции в этой области, можно ли получить налоговое резидентство на островах, есть ли преимущества или как все-таки корректно и правильно подойти к этим вопросам. Я предлагаю начать с Натальи, потому что вопрос гражданства достаточно обширный, интересный. Карибский бассейн – это очень интересное направление и невероятно популярное, в том числе и среди наших клиентов. Наталья, пожалуйста, расскажите нам, какие все-таки существуют сейчас тенденции и в чем преимущество получения гражданства в Карибском бассейне? Добрый день, коллеги. Большое спасибо, да, что мы все здесь сегодня собрались. Спасибо нашим зрителям, которые с утра присоединились. Я скажу пару слов, пожалуй, о нашей компании. Да, меня зовут Наталья Ван, я представляю международную юридическую компанию CS Global Partners, которая специализируется на вопросах гражданства и вида на жительство за инвестиции по всему миру. Мы являемся правительственными представителями ряда карибских стран, а также авторизованными агентами во всех 5 карибских юрисдикциях. Также мы предоставляем решения в области вида на жительство за инвестиции в различных странах, включая Португалию, Грецию, Сингапур. Вот у нас офис наш находится головной в Лондоне, мы имеем 10 офисов по всему миру и говорим более чем на 15 языках. Наши юристы занимаются... знают очень хорошо все тонкости оформления заявления, вот, и проводят очень качественную внутреннюю проверку на благонадежность. И переходя как раз к актуальным тенденциям, к вопросу актуальных тенденций, я бы хотела пару слов сказать о вообще тенденциях на рынке инвестиционной миграции, да, так как многие программы меняются, закрываются, новые какие-то открываются. Вот, и среди многочисленных программ, да, которые были на рынке, Карибы, они существуют дольше всех. Это колыбель гражданства за инвестиции. Да. Открылась первая такая программа в Сент-Китс-и-Невисе в 1984 году, и по сей день все эти программы предоставляют устойчивое, доступное, да, наиболее доступное в мире предложение, да, по получению второго гражданства. На сегодняшний день, да, мы знаем, что в прошлом году закрылась кипрская программа, что
мальтийские, да, правила по получению гражданства были переформатированы и изменены, и теперь там появились дополнительные новые требования по проживанию. Программа Черногории планирует закрыться к концу этого года. Вот, собственно, поэтому мы сегодня и будем говорить в основном о Карибах, которые устойчиво отстаивают свои позиции на рынке, да, проводят очень хорошую многоуровневую проверку на благонадежность, что позволяет, да, предоставлять такой win-win solution как и принимающим, да, странам, так и клиентам. Вот, и быть уверенным в том, что все кандидаты, которые идут на это гражданство, что они, что у них хорошая репутация, да, и что их деньги получены легальным путем, который они инвестируют в гражданство. И, собственно, наверное, с середины где-то прошлого года, как миру так вот устойчиво вошел в пандемию, Карибы ввели также в свои программы ряд изменений, да, они расширили возможности для своих заявителей по приобретению гражданства, начиная с того, что они расширили список иждивенцев, которые можно включать в свое заявление. Все Карибы позволяют включать супругов, детей до 30 лет, а также родителей, бабушек, дедушек старше 55 лет. И с прошлого года также все страны ввели возможность включать братьев и сестер основного заявителя либо супруги в свое заявление. Например, Доминика позволяет включать в свое заявление братьев и сестер до 18 лет при согласии родителей, да? Ну, и всех несущих родительскую ответственность. Главный заявитель либо братьев и сестер главного заявителя, либо его супруга, можно включить в заявление. Сент-Китс и Невис пошел еще дальше и позволил включать братьев и сестер до 30 лет при условии, что они не женаты и не имеют собственной семьи, собственных детей. Вот, преимущественно находятся на иждивении главного заявителя либо его супруга. Такие вот новости произошли. Также многие страны... То есть я поясню, почему я говорю вот так, останавливаюсь подробно на иждивенцах, да, это позволило многим семьям, да, это способствует воссоединению семей, так как мы заметили, да, все, что в пандемию, многие семьи, которые проживают в разных странах, оказались в тех условиях, когда они не могут увидеться, не могут воссоединиться, и, соответственно, Карибы делают все для того, чтобы это было интересно и удобно для больших семей, и также, например, Сент-Китс и Невис ввел временное предложение, которое действует до конца этого года, да, и снизил сумму дотации на семью до 4 человек на 45 тысяч. И теперь сумма дотации на семью до 4 человек составляет 150 тысяч долларов, что тоже очень повысило резко интерес среди семейных заявителей. Вот. А Сент-Люсия ввела тоже... продлила свое предложение по инвестированию в облигации. То есть можно получить гражданство Сент-Люсии, инвестировав от 250 тысяч долларов в облигации государственные в Сент-Люсии с удержанием от 5 лет. То есть это основные такие тенденции, наверное, да, это по расширению возможностей для заявителей, да, и по ценовой политике. Наталья, у нас есть несколько вопросов, или вы что-то хотели еще добавить по преимуществам получения самих паспортов? По преимуществам, да, я с удовольствием расскажу про преимущества получения паспортов. То есть все карибские страны, они дают такой... как бы паспорт карибских стран, это очень полезный travel-документ, который облегчает ваше передвижение по миру, да, дает доступ безвизовый вам к таким странам, как Великобритания, шенгенские страны, Гонконг, Сингапур. Для заявителей, которые смотрят в сторону, например, США и переезда туда, планируют вести там бизнес, очень интересно предложение Гренады, так как с гренадским паспортом можно оформить визу и ту в США. Это предпринимательская виза, да, и она позволяет переехать туда всей семьей. Вот. Также Гренада дает безвизовый Китай. Доминика сейчас тоже ждет возможности подписания с Китаем, то есть уже прошли переговоры, и также вводят безвизовый Китай, добавляется к их странам безвизовым.
Вот. Также Карибы, да, это план Б для многих наших клиентов на случай непредвиденных обстоятельств, да, как мы видели в пандемии, что, например, из России наши граждане не могли выехать в том случае, если у них нет альтернативного гражданства либо вида на жительство в другой стране. И, соответственно, да, многие понесли там потери в бизнесе. Кто-то не смог увидеться с семьей, а кто-то не смог получить, например, медицинское обслуживание в другой стране. И что самое интересное, да, то, что медицинская система, она в принципе встала, да, если как-то с вирусом страны старались справляться, да, у нас, например, то очень многие записи к врачам по другим вопросам, да, которые даже острые, срочные и так далее, были просто отменены и перенесены на неизвестный срок. И поэтому многие оказались в такой ситуации, когда они просто не могли получить качественное медицинское обслуживание в своей стране и не имели возможности выехать в другую. Вот. Опять же, со вторым гражданством, да, вы получаете больше выбора, где вы хотите жить, где хотите учить своих детей. Карибские паспорта, они дают также преимущество для выбора учебного заведения, начиная с того, что сами Карибы предлагают ряд учебных заведений, например, на Гренаде есть филиал Американского медицинского университета, который дает очень качественное, хорошее образование, вот, и данный университет, он доступен как раз для граждан Карибского бассейна. Опять же, да, со вторым гражданством, с карибским паспортом вы можете подавать, так скажем, попасть вот в тот список, да, то есть, например, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в Англии, да, или там в европейской стране, у вузов международных, у них есть квота для иностранцев, да, то есть на каждую страну есть какая-то квота. Если, например, там довольно много будет подавать заявлений на поступление из России с российским паспортом, то вы можете попасть в ту квоту, например, с карибским паспортом, что также увеличивает выбор. Опять же, да, Карибы дают возможность прилететь в эту страну, там спокойно освоиться, да, без необходимости там оформления визы. Или для многих наших клиентов, у кого дети заканчивают учебу, например, там в той же Великобритании, да, дети, закончив учебу, еще могут с карибским паспортом там до полугода находиться, спокойно искать работу, да, не торопиться и не переживать за то, что им придется там в скором времени уехать. Вот. Опять же, да, я говорила про то, что как бы преимущество – это то, что можно оформить паспорта для всей семьи. Я думаю, ни одна программа не предоставляет такого вот широкого списка иждивенцев. Вот. Ну и опять же, Карибы – это, наверное, такое очень простые, понятные процедуры оформления гражданства. У них строгая проверка на благонадежность, да, что гарантирует качество тех заявителей, которые туда идут. Вот. Про проверку, наверное, мы поговорим еще попозже. Да? Угу. Я могла бы от себя добавить, с чем мы сталкивались в практике, это, ну, как минимум, это инвестиции, да, то есть инвестиции в недвижимость или в облигации, и хороший плюс – это паспорт, о чем вы уже говорили подробно. А иногда мы сталкивались с тем, что при планировании налогового резидентства, о чем будем с Дмитрием чуть позже говорить, преимущество паспортов тоже имеет значение, потому что в разных странах, там, например, в Швейцарии, с точки зрения паушального налога, к определенным паспортам есть лучшие условия, чем, например, к гражданам Российской Федерации. Поэтому это уже такие, конечно, специфичные и не массовые кейсы, да, но как примеры из нашей собственной практики по использованию вот данных инструментов. Наталья, смотрите, есть два вопроса. Первый от Валентины. Это нет ли рисков, что программу Карибов отменят, так же, как с Европой? Не будет ли такого же давления? Спасибо большое, да, за вопрос. На сегодняшний день, как я говорила, да, Карибы уже вот Сент-Китс и Невис там более 30 лет, уже там 35 лет, да, предоставляет свою программу. Вот, например, там Гренада, Сент-Люсия, там Гренада, Антигуа и Барбуда с 2013-го, Сент-Люсия 2016-го. Но тем не менее, да, это все, смотрите, бывшие великобританские колонии,
и у них очень хорошие отношения, да, свои там, у них рядом США с ними налажены отношения, у них хорошие отношения с Великобританией, у них там английское право формально, да, там глава государства, королева Великобритании. А у них очень устоявшиеся, да, развитые отношения с Европейским Союзом. И я поясню, то есть они очень ценят свою репутацию, да, почему они проводят такую строгую проверку на благонадежность, чтобы как раз-таки к ним не возникало вопросов, да, со стороны европейских государств, чтобы ОСР их не критиковало и так далее. Вот, и они... То есть они очень ценят эти отношения с Европейским... И Европейский Союз, да, там европейские государства, в свою очередь, тоже согласны, что это Карибские острова, да, это небольшие острова в Карибском море, и что это единственный, так скажем, источник их развития, да, и поступления средств в экономику страны. И тут вот как бы мировая арена, они сошлись в том, что как бы Карибам... что это выгодно для всех, да, Карибы развиваются, предоставляют, там, развивают свой туристический сектор, сферу социального образования и так далее за счет этой программы, при этом, как бы, они проверяют вот этих вот международных бизнесменов, да, людей, которые действительно легальным способом заработали деньги, то есть они проводят вот эту многоступенчатую строгую проверку на благонадежность, и страны, в свою очередь, европейские, да, они спокойны, что те, то качество кандидатов, которые, да, Карибы принимают, что когда они полетят куда-то в Европу, да, или в Великобританию, что они могут быть спокойны за качество этих граждан. Вот. Спасибо. Да, то есть... Есть еще вопрос, не знаю, насколько вы сходу можете сейчас прокомментировать, там, финансового плана. Это если в семье трое детей, сколько на Sun Kids будет доплата к 150 тысячам? Доплата за, то есть получается, смотрите, 4 человека, да, это, если мы говорим, главный заявитель, супруг, и двое детей, это 150, из-за дополнительного иждивенца 10 тысяч долларов. То есть будь то еще один ребенок, там бабушка или дедушка, кроме братьев и сестер. За братьев и сестер доплата будет 20 тысяч долларов. Ну и плюс там будут еще сопутствующие сборы, да, за проверку на благонадежность. Это 7500 главный заявитель, 4000 каждый заявитель старше 16 лет. Плюс будут сборы за юридические услуги по сопровождению заявления, сборы за рассмотрение заявления правительственные. Вот, если вас интересует, напишите мне, пожалуйста, напрямую, да, наши контакты заявителя, организаторы обязательно дадут, и я вам сделаю прям детальный расчет на вашу семью, чтобы вы видели, что, как, да, там, какие будут расходы. Наталья, еще уточняют, все ли это невозвратные инвестиции или есть программы с возвратными инвестициями? Да, и вот, извините, и вот от Андрея есть еще вопрос, может быть, коррелирует, это недвижимость за инвестиции переоценена, удастся ли продать без потерь после получения паспорта по вашему опыту? Ну, вопрос о возвратности инвестиций, да. Наверное, да, тоже. Спасибо большое за вопрос. Да, все Карибы, они предоставляют, да, как опцию дотации, это невозвратная дотация. То, что я говорю, да, там, например, Доминика на одного заявителя 100 тысяч, это невозвратная инвестиция. А Сен-Китс и Невис, вот эти 150 тысяч долларов на семью до 4 человек, это невозвратная инвестиция. Также Карибы дают возможность инвестировать в недвижимость, это утвержденный список недвижимости есть, в который можно инвестировать для получения гражданства. Стоимость начинается от 200 тысяч долларов. И очень хороший вопрос, да, по поводу продажи. Недвижимость переоценена, понимаете, то есть там есть как бы планка, да, сумма инвестиций для получения гражданства. Далее на Карибах, да, если мы говорим о какой-то полноценной недвижимости, это более сложный вопрос, да, там по покупке, по последующей продаже и так далее. Но
Кариба сейчас предлагает очень интересные возможности инвестирования, да, долевого участия в строительстве пятизвездочных отелей, да, либо покупки доли в этих отелях уже построенных. То есть, например, на Сан-Китс-и-Невисе уже с 2017 года функционирует отель «Парк Хаят», да, и там можно купить половину доли за 220 тысяч долларов или, да, там, полноценную долю за 440, соответственно. И уже есть, то есть этот отель был построен полностью, доли были раскуплены. И сейчас есть уже заявители, которые 5 лет свою долю продержали, да, и готовы ее продавать. То есть, соответственно, можно купить у тех, кто продает эту долю. На Доминике сейчас тоже недавно запустился отель Кабриц Резорт Кемпински, очень интересный проект, то есть он уже построен и запустился в работу, и уже также есть клиенты, готовые свою долю продавать. Тут есть несколько вариантов, да, вы можете с этой долей встать, например, на продажу в очередь застройщику, и последующие клиенты, которые захотят приобрести там долю для получения, да, второго гражданства, они смогут у вас эту долю выкупить. Вот, также вы можете обратиться в такие компании, как наша, и, соответственно, когда хотите продать свою долю, да, и у нас тоже есть сейчас такой клиент, который продает долю на Доминике, вот в Кабрице. И также следующие наши клиенты, которые захотят приобрести долю именно в Кабрице, так как новую долю приобрести возможности нет, мы можем вам предложить долю нашего клиента. Вот, также вы можете самостоятельно искать покупателей. То есть тут вариантов много. Можно сразу стать и к застройщику в очередь, и авторизованных агентов предложить, да, эту долю реализовать. То есть с пятизвездочными отелями здесь все гораздо проще и понятнее. Вариантов, в общем, массу, возврат инвестиций предусмотрен. Давайте последний вопрос от Марии по количеству иждивенцев. Есть ли ограничения? Коротко, мы просто уже начинаем немножко из тайминга выбиваться. Тут скорее ограничения по количеству их нет. Тут есть именно ограничения там возрастные, да, по степени родства. И тут важно, да, чтобы именно главный заявитель спонсировал все остальное заявление. Вот. Дальше это все индивидуально, да, мы можем с вами пообщаться. Например, если вы идете в инвестирование в долю в отеле, да, то там вот эти 220 тысяч, туда вы можете включать вообще всю семью. Там только будет добавляться какая-то небольшая сумма к правительственному сбору, которая прилагается в данном случае. Вот, опять же, я очень прошу вас писать мне напрямую, да, там состав семьи, писать, звонить, мы с вами обсудим, и я уже сделаю детальный, подробный расчет, индивидуальный для вас. Я пока остановлю вопросы из чата, потому что иначе мы так, я понимаю, что все хотят на консультацию к Наталье. Наталья, по моему опыту, весьма открыта к ответам, поэтому записывайте напрямую. Но мы сейчас чуть-чуть продолжим, и потом, если останется время, покроем эти вопросы, да, или Наталья лично ответит уже. Смотрите, вы, Наталья, ну, всех, наверное, беспокоит момент, что, да, всем хочется паспорт, но в условиях ковида и ограниченного передвижения насколько легко получить, какая процедура, может быть, коротко расскажете в этой части? Угу. Да, как раз-таки сейчас уже очень многие ограничения снимаются, и все становится проще, но с Карибами интересен именно тот момент, что весь процесс, он проходит дистанционно, то есть вам не надо приезжать ни в эти страны для получения гражданства и потом паспорта, ни в наш офис в Лондоне, да, все может сделать дистанционно, отправить пакет документов DHL, и на сегодняшний день, например, Доминика и Сан-Китс-и-Невис, они принимают, позволяют загрузить заявление онлайн, то есть мы с вами, например, вы собираете документы, да, под нашим руководством, мы все проверяем, загружаем это все в их базы, они смотрят и дают какой-то, так скажем, предодобрение, да, после этого необходимо будет уже все эти физические документы DHL отправить нам, мы их еще раз проверяем, там, дополняем все, что надо, и отправляем в правительство оригиналы документов, после чего выдается одобрение в принципе, и
выдается сертификат о натурализации либо регистрации в качестве гражданина, да, то есть там термины зависят от юрисдикции выбранной, после чего, то есть тут важно, наверное, пояснить, что это два разных процесса получения гражданства и паспорта, да, после чего на основании этого сертификата мы от вашего имени подаем запрос в паспортный стол и получаем уже паспорт, вот этот travel документ, который вот, ну, на Доминике, Сан-Китсе он действует 10 лет, в некоторых странах 5 лет, то есть как, собственно, загранпаспорт в России. Вот, поэтому, ну, на сегодняшний день все довольно активно идет, никаких, небольшие там могут быть по срокам, да, то есть страны в основном делают, ну, можно получить гражданство там от 3 там до 4 месяцев, но на сегодняшний день, например, на Сан-Китсе, ввиду вот этого ограниченного по времени предложения, наплыв очень большой, сроки могут растягиваться там и до полугода, то есть такое тоже бывает, но при этом Сан-Китс предлагает, да, там за дополнительную плату ускоренный процесс обработки заявления, то есть если кто-то торопится, то это уже такой гарантированный способ, да, при условии прохождения проверки на благонадежность, получить паспорт там в течение 60 дней с момента отправки заявления. Сейчас даже визу не получишь иногда, а тут целый паспорт можно получить. А тут целый паспорт, да. Да, и последний вопрос, наверное, к вам, Наталья. Вы в речи постоянно упоминали проверку на благонадежность, compliance. Я как сертифицированный специалист по compliance хорошо знакома с этой терминологией, да, но и это, наверное, ныне чуть ли не второй по популярности вопрос после налогового резидентства, о чем мы скоро будем с Дмитрием беседовать. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько сложно пройти проверку, какие основные критерии, хотя бы базово, да, я понимаю, что все сейчас осветить будет сложно, и, друзья, наверное, мы не будем обсуждать кейсы, там, у меня такое происхождение, у меня сякое происхождение, а все-таки это более в частном порядке определяется. Расскажите, пожалуйста, вот процедуру, да, потому что из ваших упоминаний немножечко страшно, что а вдруг я не пройду. Да, тут, наверное, стоит начать с того, какие требования предъявляются к заявителям, да, там, помимо того, что главный заявитель, он должен быть старше 18 лет, да, у него должен быть легальный источник дохода, он должен быть в состоянии показать, да, откуда взялась эта сумма инвестиций, то есть, да, опять же, это может быть и справка, там, зарплатная, это может быть и договор купли-продажи недвижимости, хоть в казино, да, вы можете выиграть эти деньги, да, там, и предоставить справку об этом, да, то есть, и это бывает и с биржей и так далее. Вот. Тут главное подтвердить документально источник дохода легальный. Дальше важно не иметь отказов в визах в те страны, открытых отказов, в те страны, с которыми у Карибов безвизовый въезд. То есть если у вас когда-то был отказ, например, в Шенген, и после этого вы все-таки получили шенгенскую визу, то данный отказ считается закрытым, и вы можете идти, да, по программе гражданства за инвестиции. Если, например, вы визу подавали, на визу вам отказали, и все, вы с этим ничего больше не сделали, то значит, вы, к сожалению, не можете идти по этой программе до тех пор, пока этот отказ не закроете, да, получив визу в эту страну. Вот. Также важно, наверное, на сегодняшний день это еще не быть вот в этих санкционных списках, да, Америки, Европы, чтобы ваша компания, да, там главный заявитель, чтобы он не относился к этим спискам. Вот, собственно, наверное, да, это основные такие вот требования по прохождению комплаенса. А сама проверка, да, вот due diligence, проверка на благонадежность, она начинается на этапе выбора, то есть вы выбираете авторизованного агента, такого, да, вот как наша, например, компания, и дальше мы проводим изначальную, первую, да, бесплатно проверку на благонадежность со своей стороны, да, там проверяем по базам WorldCheck и так далее. После того, как наши юристы сказали окей, good to go, да, то мы с вами подписываем договор, вы оплачиваете аванс за наши услуги, дальше мы собираем заявление. После того, как мы отправляем заявление в правительство, да, вы оплачиваете перед отправкой проверку на благонадежность, и мы отправляем заявление в правительство, отправляем им подтверждение оплаты и проверки, и они запускают свою тоже многоступенчатую проверку, то есть часть проверки идет силами внутренними департамента гражданства за инвестиции выбранной юрисдикции, часть отдается, то есть параллельно проходит проверка, то есть независимых компаний, да, авторизованных там
таких, как, например, там, Thomson Reuters и так далее, идут проверки довольно серьезные, да, то есть если у вас когда-то был отказ в визе, это легко они обнаружат. Они проверяют по базам там и Европола, и Интерпола, да, там по санкционным спискам там и Америки, и Европы, вот, и причем проверка, она проходит еще вот это вот, которую делегируют, да, независимым агентством, она проходит как онлайн, да, основная проверка, также может быть проведена и офлайн. То есть здесь на месте могут проверить, например, подлинность адреса, который вы указали, да, там, или онлайн они могут проверить, залезть просто на Google Maps, да, и посмотреть вообще, существует ли такое, вот такая улица, номер дома и так далее. Вот, поэтому, например, приходя к нам, как к авторизованному агенту, да, тут важно понимать, что вы приходите как на прием к врачу. Мы обеспечиваем полную конфиденциальность, да, эти данные никуда не передаются, но нам важно знать, что, когда, где, да, там. А еще важный аспект, который я не сказала, это не иметь судимостей. Вот, поэтому, когда вы приходите к нам, судимости, опять же, бывают разные, да, там, может быть, это ДТП, и тогда мы можем с вами написать аффидевит, объяснить ситуацию, да, и ваше заявление пройдет. Вот, если это какое-то серьезное уголовное, там, мошенничество и так далее, здесь как бы вариантов нет у вас. Вот, поэтому тут важно, да, приходить к авторизованному агенту и честно говорить, что и как у нас. Мы вам даем анкету, вы ее заполняете, все нам подробно рассказываете, и мы уже знаем, где и как, в каких случаях можно заявление усилить, да, где действительно пройдет, а где вариантов нет. Или там знаем нюансы, да, там, в какую лучше там выбрать юрисдикцию в вашем случае. Ну, вы, наверное, частично, я сейчас озвучу вопрос от Дмитрия, но у меня от себя вопрос, а насколько они, проверяющие органы, коммуницируют, то есть, допустим, они нашли отказ в визе или что-то им не понравилось, есть ли поле для дискуссии или это сразу отказ? И сразу вопрос, вот, коррелирует, да, с тем, что вы говорили только что, это поблагодарили вас за интересный доклад, и уточняют, а как проводится проверка по выдаче отказа в визе по странам, направляются ли запросы во все страны? Я, наверное, знаете, вот до таких нюансов, как именно это проходит, да, потому что у них есть, правда, там доступ к разным базам, там проводится проверка, да, по этим странам, то есть там есть вот агентство, которое, да, всех пассажиров учитывает, там, пролетающих и так далее, да, то есть там как-то у них есть одна общая база, и это они легко находят. Действительно, я, наверное, немножко сбилась с вопроса. А у меня был вопрос. А, как коммуницируют, да, между собой? То есть, смотрите, когда, например, вот независимое агентство провело свою проверку, они делают отчет, который отправляет правительству. Дальше Департамент гражданства за инвестиции изучает подробно этот отчет и дает рекомендацию премьер-министру, да, там, выдать или отказать, одобрить или отказать. Вот. То есть они не разбираются, почему там был отказ, допустим, да? Это все очень индивидуально. То есть если мы говорим про отказ в визах, то мы всегда предупреждаем, что сначала закрываем этот отказ, получаем все-таки визу, да, там или в Шенген, или в Великобританию, зависит от того, где был отказ. А только после этого идем подавать, потому что а многие же страны еще как делают? Если вы получили отказ в одной стране, то в другую вы уже не можете податься. Поэтому здесь риск высок, и стоит ли оно того? То есть проще, наверное, обратиться в какое-то там travel-агентство, да, которое вам поможет эту визу там закрыть отказ. Есть люди, профессионалы, кто этим занимается. Спасибо большое, Наталья. Я уже практически загорелась идеей приобретения, да, паспорта за инвестиции. Осталось только с вашей помощью выбрать какой. Но мне все же интересно, как это отразится на моих пока немногочисленных активах, но, надеюсь, в будущем в большем размере. Да. Я предлагаю перейти к Дмитрию, потому что тема невероятно актуальная. И вот, Дмитрий, ковид, в принципе, показал нам, что жить можно где угодно, работать можно где угодно. Вот расскажите сначала, могу ли я получить налоговое резидентство на островах, если я себе оформлю паспорт или ВНЖ? Как это будет работать? Насколько легко эти критерии выполняются? Доброе утро, Инна, Наталья. Вопрос важный, но ответ на него не очень простой.
Прежде всего, начнем с того, что налоговая ответственность на островах как такова отсутствует для физлиц. И это означает, что даже если вы туда переедете и станете субъектом местного права, в том числе налогового, у вас не будет никаких налогов. И давайте обсудим вообще, о каких налогах может идти речь. Прежде всего, конечно, это подоходные налоги на личный доход, дивиденды, купоны, проценты, доходы от реализации ценных бумаг. И также налоги, которых порой забывают, но которые надо принимать во внимание. Это налоги на наследство, которые имеются во многих развитых странах, а на островах их нет. Поэтому, если вы такие переедете на острова и станете там жить постоянно, и все же приобретете статус резидента, налоговой ответственности у вас никакой не будет. Между тем, к сожалению... Что, простите? Большой плюс, говорю. Да, конечно. Ну, вместе с тем, насколько я понимаю, в отсутствии статуса налогового как таковое достаточно сложно получить именно сертификат налогового резидентства в отсутствии, конечно, существенных связей с этой страной, там, права водительские, наличие дома и так далее. Понятно. Ну и надо отжить там, по-моему, 183 дня, что тоже достаточно сложно, да, когда привык к снегу, дождю и урагану, находиться на островах. Так, от Максима вопрос, это же слишком шикарно, совсем нет налогов. А как приобрести налоговое резидентство островов 183 дня? Ну вот да, собственно, то, о чем говорил Дмитрий. Наверное, все же следует обратить внимание на вообще суть налогового резидентства в данном случае и на его преимущества. Я достаточно часто говорю на эту тему и каждый раз стараюсь привнести что-то новое, чтобы слушателям не было скучно. Но когда мы оцениваем вообще, почему важно налоговое резидентство? Если вы являетесь налоговым резидентом какого-либо государства, то вы обычно и являетесь субъектом его налогового права и должны платить там налоги. Но помимо национальных норм, которые регулируют резидентство, есть также международные нормы, в частности, соглашение об избежании двойного налогообложения. К сожалению, порой люди, которые изо дня в день с такими соглашениями не сталкиваются, имеют несколько превратное понимание о цели таких соглашений. Я за одну минуту хотел бы объяснить, в чем их суть. Прежде всего, соглашение об избежании двойного налогообложения, оно распределяет права на налогообложение одного и того же вида дохода между двумя государствами. И его основной целью является отсутствие двойного налогообложения одного и того же дохода. Но зачастую это не значит, что какое-то государство не вправе облагать какой-либо доход налогом. Самым классическим примером является уменьшение ставки налогообложения, скажем, дивидендов у источников России с 15% до 10%. И если лицо, которое данные дивиденды получает, проживает в другой стране и платит там налог по ставке, скажем, 25%, то российские 10% будут просто вычтены из 25% за рубежом. Но это не означает, что они будут освобождены от налогообложения в обоих странах. Но также целью таких соглашений является препятствие двойного неналогообложения. То есть, иными словами, люди, которые пытаются использовать такие соглашения, чтобы не платить налоги нигде, они, к сожалению, на них не могут положиться. И тут, на мой взгляд, следует отметить важный фактор. К сожалению, у Карибских островов нет соглашения об избежании двойного налогообложения с прочими странами. И это означает, что, став резидентом там, совершенно не означает, что вы перестанете являться резидентами других стран. Иными словами, став резидентом на Карибах, нужно также убедиться, что вы проводите менее, скажем, полгода в России или менее там 4 месяца в Великобритании. Спасибо большое. А вот Дмитрий уточняет еще, когда соблюдаешь 183 дня, с собой семью нужно брать? Обычно данный тест является автоматическим, и проводя более полугода, лицо приобретает статус резидента. Обычная семья является доказательством так называемого центра жизненных интересов,
И такой критерий присутствует в Испании, во Франции, в Португалии, скажем. На островах, насколько мне известно, такого критерия нет. То есть можно, в принципе, на 183 дня уехать и без семьи, да? Получить резидентство и... Ну, знаете, я всегда при разговоре с клиентами упоминаю случай, когда один наш клиент уехал из Британии на Джерсийские острова, чтобы сэкономить на налогах, и на вопрос, а что об этом думает ваша жена, он ответил, ну, жена поедет, и ей будет там нормально. Жена, к сожалению, хотела проводить больше времени с внуками, они развелись. И расходы на развод гораздо превысили, к сожалению, налоговую выгоду. Поэтому, на мой взгляд, все же личные интересы следует ставить во главу угла, как же без семьи переезжать туда. Да. Так, Дмитрий, у нас еще есть вопрос. А когда может быть налоговое резидентство другой страны по месту жительства другой части семьи? Я не до конца, честно говоря, понимаю. Я постараюсь разобраться, что задающий вопрос имел в виду. Давайте, к примеру, возьмем Испанию. В Испании лицо является налоговым резидентом, если проводит там больше полугода. Но если он проводит, лицо это проводит меньше полугода в Испании, тем не менее он может стать испанским налоговым резидентом, если у него есть там постоянное жилье и ведет бизнес, или там являются налоговыми резидентами члены его семьи. Соответственно, если семья проживает постоянно в какой-то стране, а вы у них бываете наездами, даже проведя там менее полугода, вас могут признать налоговыми резидентами. Но нужно не забывать про ваше резидентство по гражданству классическому, да, первоначальному. Да, конечно, безусловно. О чем мы говорили. Да. Я хотел бы отметить, что, возвращаясь все же к преимуществам таких карибских паспортов и, конечно, резидентства, давайте вспомним, какие цели преследуют люди, которые хотят получить такое налоговое резидентство. Во-первых, это... собственно, достижение налоговых выгод каких-то и льгот, то есть мы переезжаем из высоконалоговой страны в низконалоговую страну. Но также порой банки и разнообразные регулирующие организации требуют подтверждения резидентства в какой-то стране. Мы оставим за скобками моральную сторону вопроса, можно ли, что следует говорить банку, все же резиденте России или Карибских островов, и сконцентрируемся просто на юридической стороне. Если вы проводите достаточное количество времени в Карибах и показываете, что формально удовлетворяете признаки резидентства, то такую информацию, конечно, можно представить в банке. Но, учитывая достаточно высокие требования, предъявляемые к стандарту доказывания, можно вполне разумно ожидать, что банкир заинтересуется, а действительно ли вы проводите там такое количество времени, и можно ли вас в результате записать как резидент такой иностранной страны, особенно если вы забыли упомянуть свое российское налоговое резидентство. Поэтому, пожалуй, в данном случае можно только рекомендовать, и это ни в коем случае я не призываю к уходу, но не демонстрировать в открытую свои какие-то интересы в прочих высоконалоговых странах, если есть риск того, что могут вас заподозрить, что вы еще там являетесь резидентом, даже если вы там уже не являетесь. Да, это, кстати, вы, Дмитрий, затронули вопрос, который я хотела вам адресовать. Очень многие наши клиенты, особенно на фоне киков, обмена информацией, стали приходить к нам с предложением, а давайте я сделаю себе ВНЖ той или иной страны. Там возможностей ВНЖ очень много, мы сейчас не будем в силу конфликта интереса, да, озвучивать это, но вот можете, пожалуйста, прокомментировать как специалист, почему важно не смешивать вопросы ВНЖ и налогового резидентства, и какие могут быть вообще риски от того, что люди не понимают, что ВНЖ одной страны не равно но налоговое резидентство. Вы уже, в принципе, коротко об этом упоминали, но, может быть, чтобы подвести вот черту и такую четкость в этом вопросе. Это обширнейшая тема. Если ответить на нее одним предложением, а потом я немножко разовью ее, то в одно предложение заключается следующее. За исключением США и, по-моему, Эритреи и еще какого-то государства, наличие у вас гражданства, ВНЖ, зеленой карты и паспорта
никак не влиять на ваши налоговые последствия. Это короткий ответ. Более развернутый ответ звучит так. При анализе норм, применимых к физическому лицу, необходимо все же принимать во внимание как налоговое резидентство, так и его, ну, порой гражданство, но также так называемый домициль. А домициль в странах римского права, в России, в Европе применяется не так не в такой степени, как, скажем, в странах общего права. Потому что, например, в Великобритании, на Мальте, на Кипре домициль описывает, скажем так, родину человека, откуда он родом, домициль по рождению, который передается от родителей, детям, там, от отца, детям и так далее. И это определяет их налоговые последствия. И в некоторой степени домициль порой тождественен их гражданству. В то время как в России, насколько мне известно, домициль – это скорее понятие частного права, которое определяет нормы, применяемые к порядку наследования, к заключению брака и так далее. Но это мы вдаемся уже в такую в теоретическую дискуссию. Но в контексте нашего обсуждения я могу только сказать, что ВНЖ, пожалуй, может являться дополнительным фактором, поддерживающим аргумент, что лицо является иностранным налоговым резидентом, в частности, на Карибах. Но само по себе ВНЖ отдельно взятое никакой налоговой нагрузки, к сожалению, не несет. Спасибо большое, Дмитрий. Вот теперь, когда мы поняли, что паспорт было бы замечательно иметь, мы знаем его преимущества, да, но также мы определили, что налоговое резидентство – это абсолютно разные, да, вопросы, которые нужно разделять. И если нас смотрят зрители, которые задумались все-таки о том, что что-то у меня не так, или, может быть, мне стоило бы об этом подумать, как стоит подойти к вопросам выбора там, паспорта ВНЖ и налогового резидентства, если подходить к этому системно и комплексно, потому что, повторюсь, в нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что люди путают эти понятия и от незнания делают только хуже себе, своим существующим структурам владения, своим семьям, там, в частности, по вопросам преемственности, да, что сейчас набирает обороты. Вот как вы рекомендуете подойти к решению этих вопросов, чтобы все это было системно и структурировано и не понесло негативных результатов, потому что при наличии там существующего обмена информации эти риски крайне высоки, их, конечно же, стоит учитывать. При системном подходе, помимо, конечно, правил налогообложения, надо принимать во внимание вопросы семейного и наследственного права. Я их кратко затрону, потом перейду к своей основной тематике. Дело в том, что в своей практике я работаю с людьми. Иными словами, мы все с вами работаем с людьми, но когда встречаешься с клиентом, на мой взгляд, важно не просто дать ответ на вопрос, а немножко предвосхитить его дальнейшие шаги. И вот то, что вы затронули, Инна, вопрос комплексного подхода. Прежде всего, какое право будет применяться к лицу, которая получила иностранный паспорт, в данном случае карибский, к примеру, но какое право о наследовании будет применяться к его активам, расположенным в Швейцарии на брокерских счетах или к недвижимости, зарегистрированной в России. Я не могу дать на это сейчас ответ, но это вопрос, о котором следует задуматься. Далее, что возникает при его смерти, как и какое право применяется к наследию по закону или к завещанию. Это второй аспект. Третий аспект, уже непосредственно переходя к налогам. Опять же, надо задуматься, какую цель мы преследуем. Либо мы хотим избежать налогообложения вообще, либо же мы хотим избежать обмена информацией с той страной, в которой мы ранее были резидентами. Если говорить о налогах, если говорить просто о ставках налогообложения, то я всегда призываю действовать прагматично, потому что порой расходы на создание собственности где-то, порой расходы на переезд куда-то еще, элементарно не видеть долго свою семью, они могут превышать какие-то прочие блага налоговые, которые этот человек приобретает. Я не протестую против этого, просто это надо принимать во внимание. И наличие паспорта действительно позволяет вам, проводя менее полугода в России или там менее полугода в Украине или в Казахстане, путешествовать по прочим странам
и, не являясь резидентом на своей родине, также избегать налогового резидентства в странах там, Европы и, может быть, даже при достаточном сроке получить резидентство за рубежом, в тех же странах Карибского бассейна. Таким образом, паспорт может являться инструментом налогового планирования. Теперь, что касается вопроса обмена информацией. Я полагаю, что при ставке НДФЛ 13 или 15% налогообложение является меньшим бедствием, чем риски по каким-то причинам отправки информации из швейцарских банков. И, пожалуй, в данном случае такой паспорт действительно при надлежащем его использовании, как я уже говорил раньше, не показывать связь со своей старой страной и проводить достаточное время в новой стране, может являться достаточным основанием для того, чтобы банки признали такое лицо резидентом такого государства Карибского бассейна, и информация как бы об этом содержалась в их файлах для отправки туда информации. Таким образом, оценивая риски налогообложения, смены резидентства для защиты от раскрытия информации и частного права, вот принимая все это во внимание, можно выбрать себе соответствующую программу гражданства. Спасибо вам большое, Дмитрий. У нас пока тишина в эфире, видимо, все пошли осмысливать все новшества, которые сейчас узнали, да. Наталья, есть ли у вас что-то дополнить или есть ли еще важные мысли, которые мы должны донести сегодня до наших слушателей? Прошу высказаться. Если нет, то у нас есть вопрос, который я обещала задать. Он Наталье. Это по части... Это была тема у нас с вами инвестиции и возвратность, да, вы говорили про продажу и доли в отелях, и вот уточняла Ольга, проверка объекта и владения недвижимости, кто проверяет, ну, именно, видимо, чистоту сделки, назовем ее так, в части diligence по активам, кто делает? Чистоту сделки проверяет? Ну, вот вы говорите, вы говорили, что есть доли, да, на продажу. Да, да, да. А я, допустим, хочу купить. Кто для меня подтверждает, что эта доля грамотно была оформлена, да, там не обременена? Ну, если говорить и... да, про тех застройщиков, с которыми мы работаем, да, то это все официально утвержденные застройщики, да, там, и у них есть... также договор с департаментом гражданства за инвестиции, да, который, где они берут на себя обязательства, да, в части того, что они предоставляют какие объекты. То есть там с юридической какой-то точки зрения я здесь, наверное, не могу на этот вопрос ответить, но могу переадресовать его нашим юристам и, соответственно, к вам вернуться, если вы со мной свяжетесь. Отлично, спасибо. Так, Дмитрий, вы затронули тему преемственности. И это третья, а может быть и превалирующая тема по популярности на сегодняшний день, да, и посыпались вопросы. Я думаю, что нам, я уже себе записала, что нам нужно сделать отдельный семинар на эту тему, но вот Максим интересуется, есть ли какие-либо инструменты на Карибских островах по трастам, фондам или, может быть, альтернативные какие-то конструкции? Окей, я оговорюсь сразу, я не встречался с трастами и фондами, зарегистрированными в общем на Карибских островах, но, к примеру, есть такой инструмент, как панамские фонды, foundation, и наверняка, как в странах общего права, на всех, в большинстве этих государств отсутствуют соответствующие инструменты. Но надо, если немного вдастся в данный вопрос, то по большому счету основополагающее значение здесь является профессиональные управляющие, трасти или учредители фондов, управляющие, которые могут находиться на данных территориях. И если, например, благодаря Наталье вы приобрели там гражданство, и у вас возникли доверительные отношения с такими людьми, то они могут являться управляющими данных трастов, которые, к примеру, совершенно не обязательно подчинять праву этих государств. Потому что, повторюсь, основополагающее значение является личность тех, которые этим трастом управляют. И если вы им доверяете, то тогда вполне можно открыть траст или фаундейшн на одном из островов Карибского бассейна.
Спасибо большое. Ну вот я говорю, что мне кажется, нам нужно сделать теперь семинар про гражданство и вопросы преемственности, коли мы уже затронули эту тему. Про автообмен, Дмитрий. Вот уточняют, есть ли договоренности у островов по автообмену, известно ли вам, и будет ли передаваться информация о получении второго гражданства по запросу? Ответить плюс ноль, плюс-минус, наверное. Окей. Вопросы сложные. Однозначного ответа нет, поэтому я порассуждаю, и, возможно, Наталья сможет что-то добавить. Давайте напомним о себе, как осуществляется обмен. Даже опустим приставку автообмен. Обмен осуществляется либо автоматически, либо по запросу, как был задан в вопросе. Автообмен осуществляется в рамках, к примеру, Common Reporting Standard. Это информация об обмене по банковским счетам в отношении, и многие страны уже являются подписантами данной системы автообмена. Но надо не забывать, что обмен информации, в данном случае налоговой, может осуществляться и по запросу, и также в рамках соглашения об обмене налоговой информации. Да, он не является порой автоматическим, но он осуществляется по запросу. Мне неизвестно о каких-то двусторонних отношениях по автоматическому обмену о наличии второго гражданства, но вместе с тем есть колоссальное количество протоколов и международных конвенций, скажем, взаимопомощь по уголовным делам, к примеру, и в рамках которой та же Россия и прочие страны могут направить соответствующие запросы, если имеется подозрение на совершение преступления. То есть, учитывая общую... И в конце концов, бывают случаи, когда по аналогии с Mossack Fonseca кто-то выносит флешку или компакт-диск и сливает все эти данные в сеть. От запросов точечных, полученных от уполномоченных органов, и от слива информации никто не зарегистрирован, не застрахован, спасибо. Учитывая общий формат открытости информации в текущем мире. Поэтому, когда у меня клиенты спрашивают, например, Дмитрий, вот мы знаем, что Британия не обменивается информацией о банковских счетах с Россией. Я говорю, да, это действительно так, это некий подзаконный акт, в соответствии с которым Британия автоматически не обменивается. Но этот подзаконный акт в любое время могут изменить, Б, может измениться политика насчет обмениваться. И в конце концов, по запросу информацию совершенно точно отправят. Поэтому, когда клиенты говорят, ну вот будет обмен или не будет, я говорю, надо сходить из того, что будет. Да, ну, я скажу коротко по своему опыту. О гражданстве вы, во-первых, должны уведомить все-таки, да, там, в России. А если происходит, например, автообмен там из банка, вы по своему гражданству и налоговому резидентству, вы по гражданству открыли, например, ну, с российским налоговым резидентством банк в Швейцарии, то, в принципе, раскрывает, что вы там гражданин такой-то страны, но налоговый резидент России. Поэтому вот так вот информация точно может просочиться. Вот, но в эти игры я совершенно согласна с Дмитрием, в текущей перспективе вообще развития общемировой политики крайне опасно играть, и все риски нужно понимать. Я бы хотел Инна, буквально полминуты хотел добавить, что хоть я и работал все время в России, в коллегии адвокатов города Москвы, Борщевские партнеры, это являлось основополагающим фактором в моем развитии как профессионала. Тем не менее, последние 11 лет я работаю в Британии и впитал уже какие-то методы работы местные. И данные методы основаны прежде всего на колоссальных штрафах и рисках, и риска преследования, которое может применяться в отношении лиц, нарушивших соответствующие правила. К примеру, в Британии за недекларирование иностранного дохода предусмотрен штраф в размере 200% от суммы неуплаченного налога. А если мы кому-то рекомендуем, как обойти требования о раскрытии информации о банковских счетах, к примеру, посредством открытия счета в Штатах, то мы, сказав ему об этом, обязаны сообщить, куда следует. Из этого следует, к сожалению, обязанность того, что все консультанты должны раскрывать информацию о своих клиентах, если видят какие-то риски для, как говорится, бюджета. Поэтому, да, мы всячески поддерживаем открытость и законопослушность. Так, от Александры вопрос, какие страны Карибского бассейна пользуются больше популярностью и почему? И аналогичный, ну,
я позволю себе так сказать, вопрос от Михаила. Есть ли сравнительная информация по предложениям разных стран Карибского бассейна? Да. Вот, это к Наталье вопрос. Спасибо большое, с удовольствием отвечу. Что касается сравнительной информации, то да, конечно, мы можем выслать вам сравнительную табличку, да, где там сравниваются преимущества, требования, там, стоимость и так далее по всем карибским юрисдикциям. А среди наших клиентов наибольшей популярностью пользуются Сент-Китс и Невис и Доминика. Однозначно Доминика в основном, ну, как сказать, при том, что Карибы дают сравнительно похожие, да, преимущества, то здесь в основном клиент выбирает, да, исходя из того, что насколько там отработаны процедуры и простой процесс получения, и, конечно же, отталкиваются от стоимости. Да? Доминика предлагает наименьшую стоимость для одного заявителя, да, от 100 тысяч долларов по опции дотации. Сент-Китс сейчас предлагает просто, да, неконкурентоспособную, так скажем, для семей, то, что я говорила, 150 тысяч долларов. Да? Ну и плюс, когда наши клиенты хотят инвестировать, например, в недвижимость, то, опять же, да, Сент-Китс и Невис и Доминика обладают наиболее развитой инфраструктурой. То есть на Сент-Китсе, да, там развит туристический сектор, много отелей, там есть марины, гольф-поля и так далее. Поэтому гораздо больше, да, вероятности, ну, быстрее, легче продать потом свою долю там, нежели, да, в других странах, например. Гренада пользуется популярностью благодаря вот как раз безвизовому Китаю и визе ИТУ в США, да, и то, что Дмитрий как раз говорил про то, что там, будучи гражданином США, да, вы будете обязаны платить налог в США со всех своих доходов, где бы вы ни жили. Чем интересна виза ИТУ в США? Тем, что она дает, не ведет к грин-карте, да, и получению гражданства, соответственно, не ведет к налогу на всемирный доход. То есть вы пока проживаете, пока ведете свой бизнес в США по этой визе, вы платите налог вот с этого бизнеса. Вот, что также может быть интересно. Это в двух словах, наверное, так вот. Спасибо. Так, и, наверное, последний вопрос на сегодняшний момент, по крайней мере. Такие операторы, как CS Global Partners, передают информацию куда-либо, и обязаны ли вы, и в каких случаях? Мы предоставляем, то есть основной, наверное, первый постулат нашей компании, да, это то, что мы предоставляем полную конфиденциальность. Как я говорила, да, наш офис в Лондоне, что нравится очень многим нашим российским клиентам, что документы нигде здесь, они не проходят, они сразу отправляются в Лондон и хранятся там надежно, да. Мы информацию не распространяем, да, то есть мы также с клиентом у нас есть договор, соответственно, мы принимаем на себя обязательства, да, по конфиденциальности. И вообще, подходя к получению второго гражданства, важно выбрать, да, надежного авторизованного агента. И если вам интересно, вы можете зайти на официальный сайт Департамента гражданства за инвестиции любой из карибских юрисдикций и посмотреть, там есть раздел у всех авторизованные агенты. И вы можете посмотреть список утвержденных агентов. То есть если вы уже ведете переговоры с той или иной компанией, вы можете туда заглянуть и посмотреть. Да? И также, если вы оформляете гражданство через ваших, например, юристов, налоговых консультантов, да, как, вот, как Инна, как Дмитрий, таким же образом, да, вы посмотрите, с кем именно, да, из авторизованных агентов они работают. Главное, чтобы этот агент был в списке. Ну, мы работаем только с проверенными, сразу могу сказать. Да, я понимаю. Лучшими, да. Вот, поэтому я думаю, что Дмитрий не исключение здесь. Мы своих партнеров проверяем на берегу, так скажем, прежде чем рекомендовать. Коллеги, ну что ж, я предлагаю подытожить, да, что паспорта и новые возможности, возможны, реальные, и приглашаем всех их получить. Не забываем подумать о налоговом резидентстве, вопросах преемственности, вопросах compliance,
Дмитрием и с помощью меня. Да, коллеги, спасибо большое, да, Наталья, Инна, Дмитрий, спасибо большое за блестящее выступление, очень интересно. Наталья, я тоже заинтересовалась, я уже прямо тоже, наверное, я буду вашим первым клиентом по итогам сегодняшнего вебинара. Спасибо большое. Отлично, жду вас. Да, очень интересные. Друзья, все контакты наших сегодняшних спикеров будут сейчас и в чате, и разошлем их вам вместе со ссылкой на видеозапись. Обязательно обращайтесь, и мне кажется, что если у вас возникли какие-то вопросы, то их нужно обязательно разрешить с большими профессионалами, которыми являются наши сегодняшние спикеры. Спасибо всем большое, да, вы были рады сегодня встретиться, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания.